Ну и сейчас давайте к другим новостям из Рио. Главное не победа, а участие. Это олимпийский принцип больше всего подходит к сборной Сирии на играх в Рио-де-Жанейро. Всего в Бразилии приехали 7 спортсменов из страны, где идет война с террористами. Наше присутствие на Олимпиаде – это послание всем, независимо от того, что иностранные СМИ говорят о Сирии. В стране, конечно, есть несколько проблемных районов, но в большинстве областей мирная, нормальная жизнь. Наши спортсмены в основном готовились в Дамаске или в других провинциях. Только 10% из них тренировались за границей. Все наши атлеты приехали сюда непосредственно из Сирии. Сирийские олимпийцы принимают участие в 5 видах соревнований: легкая и тяжелая атлетика, плавание, дзюдо и настольный теннис. Еще 2 граждан Сирии выступают на Олимпиаде в Рио. Под олимпийским флагом они входят в состав уникальной сборной беженцев. Сирия также отправит 11 спортсменов на паралимпийские игры в сентябре.